На этой мемориальной плите более 200 имен милиционеров и полицейских, погибших в разные годы при исполнении служебного долга. Отдать дань памяти для тех, кто в строю – дело чести, особенно в профессиональный праздник. Он начинается с возложения цветов. Профессия «хранить правопорядок» требует полной самоотдачи, и каждый год в день сотрудника органов внутренних дел награждают тех, кто отличился. Наталья Колпачникова уже больше 10 лет работает в кинологической службе. Благодарственное письмо от главка – это, по словам девушки, не только ее заслуга. Служебно-розыскной собакой. Это твой друг, напарник, который тебе предан и верен. То есть ты работаешь с этой собакой, как, в принципе, со своей второй половинкой. Ведомственных наград удостоились оперативники, сотрудники кадровых служб, бойцы спецподразделений. Случайных людей в этом списке нет, уверен начальник областного главка МВД Сергей Солодовников. По итогам 10 месяцев благодаря их работе при содействии жителей региона преступность Самарской области снизилась. Хочу сказать всем сотрудникам органов внутренних дел огромное спасибо за их труд. За большую поддержку населению хочу сказать спасибо за то, что вы верите в нас. Мы, обещаю вам, вас не подведем. Мы должны с вами жить и дышать свободным и чистым воздухом Самары. Ежедневно за порядком в губернии следят 16 тысяч полицейских, плюс 10 тысяч общественников добровольной народной дружины, народного контроля и ночного патруля. И в праздник многие из них остаются на боевом посту. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.